Все больше славянцев осваивают навыки плавания, а также занимаются этим видом спорта для оздоровления в физкультурно-оздоровительном бассейне «Дельфин», который давно уже стал излюбленным местом отдыха жителей города. Плавание способствует крепкому здоровью и хорошему самочувствию, и однажды даже может спасти жизнь. Об этом хорошо знают славянцы всех возрастов, которые приходят на занятия в славянский физкультурно-оздоровительный бассейн «Дельфин». В бассейне работает современная многоуровневая система очистки, подачи и слива воды. Она эффективна и экологична, обеспечивает все необходимые параметры. Любители плавания с радостью приходят на занятия. Здесь предусмотрены занятия для всех категорий населения. То есть вначале детей мы обучаем начальному плаванию, затем, если дети хотят продолжить свое развитие и совершенствование в таком виде спорта, как плавание, есть группы спортивного мастерства. Свой бассейн есть далеко не в каждом муниципалитете. Благодаря заботе местной власти учащиеся учреждения образования Славянска на Кубани могут не только учиться плавать, но и осваивать тонкости этого вида спорта. Эффект воды, потому что температура тела 36 градусов, температура воды 29. У нас массовое присвоение юношеских разрядов тоже растет из года в год. Дети приобретают этот навык, выполняют разряды, мы их присваиваем. Также мы им вручаем разрядные книжки, которые они потом при поступлении в учебное заведение, колледжи, высшие сдают приемной комиссии. За это начисляются отдельные баллы и тоже имеют преимущество при поступлении. Также навык плавания многие используют при сдаче норм ГТО. Школьники, которые уже освоили основные навыки, стараются развиваться дальше, получать разряды по плаванию. Я уже хожу сюда 3 года. Я участвую в соревнованиях, выполнил 2-й юношеский разряд по плаванию в стиле брас. Мне очень нравится, и здесь очень здорово. Есть здесь и специальный малый бассейн для малышей. С ними можно начинать заниматься плаванием в возрасте от 3 месяцев до 3,5 лет. В настоящее время для славянцев появились все возможности, чтобы приводить детей в бассейн раньше, чем это обычно делалось. В бассейне занимаются также спортсмены из спортивных школ района, в том числе и адаптивным плаванием, имеющие ограничения по здоровью. Здесь проводится множество соревнований, состязаются участники спартакиад. Словом, спортивная жизнь в бассейне «Дельфин» бьет ключом. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».